Главной темой августа, безусловно, пока остается крутое пике национальной валюты. В понедельник доллар перевалил психологическую отметку в 100 рублей. Правда, на бирже в ЦБ до последнего момента делали вид, будто бы ничего не происходит, да и вообще они не в курсах, что на этой бирже творится. Вы сказали, что пока ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности, а если все-таки доллар превысит 100 рублей, может ли ЦБ увеличить продажи валюты на рынке? Мы не устанавливаем каких-либо количественных ориентиров по обменному курсу рубля, и в связи с этим мы не намерены. Ну, в этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия и все. Порадовали, как всегда, падальщики пустозвоны по нашему халуи от пропаганды, которые в попытке угодить хозяевам решили проявить инициативу и на всех четырех поспешили утешить разволновавшееся население. Получилось, впрочем, снова по-идиотски, глупо и бездарно, ну вот в таком вот привычном ключе. Хочу сказать, что санкции — это не то, что нас не сломит, это то, что нам нужно сейчас. Путин вывел страну из позора нищеты 90-х годов! Отрыжка Болотной площади. Правильно. Что никогда Россия на коленях стоять не будет. Вот эти к нам еще приползут на коленях и будут просить наших новых технологий, наших космических программ, и мы еще будем кормить Европу и Америку. Что? Опять? Ну это так, небольшой экскурс в историю сейчас был, видео 2014 года, что изменилось с тех пор, да вы лучше меня знаете, ничего. Те же и там же поют старые песни о главном, над ними уже даже в Африке смеются, они все поют. Зажгите, пожалуйста, свет. Как же нас достали эти НАТО и ЕС, пусть себе засунут свой технический прогресс. Сейчас остановимся на умном подробнее. Это реальная журналистика. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Так о чем мы о долларе, который уже перевалил за сотню, даже за 101 рубль накануне, и о том, как популяризаторы великого кормчего выгоду вон им искали. А вот и пруф как раз подвезли, пожалуйста, некто депутат Аксаков, взрослый вроде бы дяденька, целый глава комитета Госдумы по финансовому рынку. На минуточку послушайте, что этот человек нес, процитирую. Я за соотношением рубль-доллар слежу, исходя из своей работы. Большинству же населения на это соотношение наплевать. Хорошо, в этой части даже соглашусь с парламентарием, а вот теперь держитесь за что-нибудь. Республика Чувашия, ну та, от которой господин Аксаков избирался, так вот Республика Чувашия живет при этом полноценной жизнью, и у ее жителей налые на лицах улыбки. Вот прям цитирую, нет никакого стресса. Ведь Россия находится в позитивном тренде своего развития. Ты у нас такой дурак по субботам, али как? Я правильно понимаю, что улыбки на счастливых лицах от происходящего господин Аксаков наблюдал у своих коллег в Государственной Думе. Потому что в любом другом случае улыбаться и радоваться в текущей ситуации может только законченный идиот. Странно даже представить, будто большинству населения на самом деле плевать на дальнейшее обнищание, на еще большую нехватку денег для покупки каких-то элементарных вещей, там продуктов питания, лекарств и так далее, на дальнейшее увядание в долгах перед банками и микрокредитными лавочками. А ведь именно к этому ведет обесценивание рубля как национальной валюты. Вот только в прошлых выпусках рассказывал, мы страна, которая зависит от импорта более чем на 50%. Кто не видел или не понял с первого раза, посмотрите, пересмотрите обязательно. То есть каждая вторая единица продукции, стоящая в магазине на полке, куплена за валюту. Каждая вторая, вдумайтесь. Да и то, что вроде бы у нас производится точно такое же отечественное, как я, папа римский, потому что делается на импортном оборудовании, с добавлением импортных ингредиентов, на импортных комплектующих или с использованием импортных технологий. Для меня, например, было неким открытием, я сейчас стараюсь там доходить до всяких мелочей,
У нас гвозди импортные, не буду называть страну, догадайтесь трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла. Дичь! Ну хорошо, давайте совсем на пальцах для совсем не понимающих. Излюбленный аргумент таких людей: я ведь зарплату-то в рублях получаю, чем мне этот доллар или там евро? Да, зарплату ты получаешь в рублях, но товары-то, на которые ты эту свою зарплату тратишь, в основном заморские. Какие-то полностью, какие-то частично. Простой вопрос: как вот ты меня сейчас видишь? Там или любимого президента во время его выступлений? Посредством смартфона, компьютера, телевизора, верно? А теперь загляни под крышку тех телевизора или телефона-компьютера и прочитай, в какой стране этот прибор был произведен. То же самое с сигналом, поступающим на него. Его, конечно, сигнал в смысле подает тебе российский оператор связи, но посредством какого оборудования, чьего производства? Да если бы только высоких технологий эта беда касалась, у нас ведь куда ни сунься, made in не наша. Наши хоккеисты 50 лет находятся как минимум, ну вместе с Советским Союзом, находятся в лидирующей тройке по этому виду спорта, хоккей с шайбой. Мы играем всю жизнь, начиная с середины 60-х годов, не на своих коньках, не своими клюшками, не в своих, так сказать, вот с этого надо начинать. Мы трусов собственных шить не можем, а это важно в современном спорте. А что, так можно было, что ли? А все эти сказки про импортозамещение, которыми нас кормят полтора десятилетия кряду, в миллионный раз повторюсь, не более чем разговоры в пользу бедных. Пожалуйста, из свеженького в качестве подтверждения моих слов, российская операционная система «Аврора», как оказалось, снова нуждается в доработке, и на нее потратят 300 миллиардов рублей дополнительно. По времени дорабатывать то «Аврору» собираются до 2027 года, теперь уже... До 2027-го. Но это не точно. Чтобы вы понимали, что это за зверь такой, переведу. Аврора, мобильная операционная система нашинская, должна прийти на смену вражеским iOS и Android. Все это делается, естественно, ради нашей безопасности, ради развития нашей страны, рывки и прорывы, помним, да? Но вот незадача. Над созданием той «Авроры» разработчики потеют с 2016-го, то есть уже 7 лет. О том, что она уже почти готова, заявляли сначала в 20-м, потом в 21-м. Тогда же, к слову, стало известно, что на нее переведут всех бюджетников и даже что-то там с этой «Авророй» чинуши закупали. Вернее, врали, как обычно, что собираются закупать. Правительство хочет закупить для врачей и учителей 700 тысяч планшетов на российской операционной системе «Аврора». О том, что такое предложение разработали в Минцифры, узнала газета «Коммерсант». На развитие «Авроры», в том числе и на планшеты, планируют направить почти 19,5 миллиардов рублей. Может быть. А может и нет. Короче, не купили нифига в конечном итоге, как вы поняли. Судьба 19 их выделенных на это доброе дело миллиардов неизвестна. И вот сейчас, значит, они говорят, нам еще 4 года надо на доработку плюс к тем 7, а и еще 300 ярдов сразу всех победим, к слову, изначально. Проект оценивался в 480 миллиардов рублей, теперь, как я понимаю, плюс 300, итого почти 800. Кстати, Крымский мост, если кто-то запамятовал, всего в 227 миллиардов обошелся, так там мост целый, протяженностью в 19 километров по морю, и он, кстати, хотя бы построен. А тут какая-то «Аврора», которая еще даже не пахнет, но которая уже обошлась нам с вами в 3 таких моста, браво танцующим. Министр промышленности и торговли Валентин Денис Валентинович, ему приписывается это на совещании, сказал фразу, Афеновичу ее передали так все интернет-каналы: импортозамещение остановилось по причине невозможности приобрести импортные компоненты. Импортозамещение остановилось по причине невозможности приобрести импортные компоненты. Честно говоря, я подумал, ну наконец-то правду сказали. Вопрос был только один: кто пойдет докладывать руководству страны, что это провалилось. Но уже через неделю Минпромторг опроверг данную информацию, сказав, что этого не говорили. И более того, настолько тщательно вымарал это из всех интернет-ресурсов, что сегодня может быть дан только один вывод. Значит, и дальше будем отчитываться планами, а все импортозамещение у нас будет сводиться к тому, что будет. Да-да, не удивляйтесь. В кои-то веки готов согласиться с приспешником «Единой России», ну а подытоживая все сказанное выше,
Ребят, да не будет никакой Авроры. Как обычно, бабки попилят. А потом скажут, ой, Хакила промахнулся. Что, в первый раз, что ли? Да и вообще ничего не будет. Даже не мечтайте, за 25 лет пребывания великого Курбчева на престоле вместе с его командой, конечно же, можно было импортозаместить, да хоть черта с рогами. А коль скоро ничего все еще не сделано, значит и задачи такой не ставилось изначально, а значит по-прежнему будем потреблять чужое и паразитировать на этом посему. Дорогой патриот, расстрою я тебя, курс доллара, нас, россиян, еще долго-долго будет касаться, ой, как будет. И как только, кстати, увидишь, что он снова пополз вверх, начинай зашивать дырки в карманах, чтобы ветер там ничего ненароком тебе не застудил. Доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно это все пересчитать и соответствующим образом осуществить. Танцуют все! Кстати, пока писал этот сценарий, Минфин и Центробанк уже посчитали вероятный средний курс к будущей осени, готовы. Американец 110, европеец 119, хотя возможным называют и коридор в 120-150 по доллару, 145-170 по евро. Жители Чуваши, и что приуныли-то, что с лицами? Улыбаемся, друзья, улыбаемся! Не будет девальвации сейчас. Не будет. Не будет девальвации. Будет. Твердый и четко. Твердый и четко. Не просто это я придумываю, или фантазия, или я не хотел. Нет, это все просчитано. Это все просчитано. Это каждые сутки проводится. Как-то так. Ладно, все, переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, напоминаю, во ВКонтакте, в Одноклассники, через VPN. Остальные площадки без ограничений, в друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока!